Тюмени наградили самых популярных в СМИ людей и организаций. «Твердый знак» – это проект газеты «Коммерсант». Рейтинг формируется по анализу более 50 федеральных СМИ. И, по сути, это то лицо региона, которое видит Россия. Существует премия «Три года». В Тюмени ее вручают впервые. «Твердые знаки» получили и промышленники, и спортсмены, и деятели культуры. Самой большой конкуренцией оказалась в сфере АПК. И в лидеры с одинаковыми показателями вырвалось сразу несколько предприятий. На обладателей статуэток будут равняться остальные, к вашим результатам будут стремиться партнеры, коллеги, ваши соперники. Надо стараться укрепить свои позиции в турнирной таблице, инициируя идеи, реализуя новые проекты, совершенствуя процессы. Уверен, что всем присутствующим в зале это по плечу. Я считаю, это очень высокая оценка именно тех работников, которые производят. И это могло не состояться, если бы не понимание властей о том, как важно в настоящее время питаться натуральными продуктами, которые сейчас очень трудно продвигать.